Военный комиссариат Тюменской области проводит набор в боевой армейский резерв страны «БАРС-2021». Заключившие контракт о пребывании в мобилизационном резерве сохраняют место работы и зарплату. Они будут периодически выезжать на тренировочные занятия и учебные сборы. Кроме того, резервисты получат комплекты одежды, сухпайки, а также денежные выплаты. Мне лично это интересно. И в том числе, вообще, я считаю, что это такая социальная позиция определенного человека, что если что-то произойдет, ну, понятное дело, не военные действия, а вот ликвидация каких-то последствий, то как раз мы сможем пригодиться в данной ситуации для государства. К отбору допускают мужчин, которые служили в армии или окончили военную кафедру. К тому же у резервистов не должно быть проблем с законом. Желающие должны обратиться в военкомат по месту прописки. Далее собрать пакет документов, пройти медкомиссию и сдать нормативы по физической подготовке. Кстати, есть ограничения и по возрасту. Возраст для категории солдат-сержант – это 42 года. Для младшего офицерского состава – это 52 года. Максимальный возраст для старшего офицерского состава – это 57 лет. На сегодня в мобилизационный резерв изъявили желание поступить более 400 человек. Запись продлится до конца года.